Тем временем в Одесской области зарегистрировали новый подтип коронавируса. Он появился из-за мутации уже известного штамма Дельта, который распространяется в Украине. Помимо этого, главный санврач региона рассказывает, что за эту волну пандемии штамм показал себя довольно агрессивно. Также Виталий Гончаров отметил, что по данным ученых Института генетики Лондонского университета, новый подтип коронавируса на 10-15% опаснее, чем обычная Дельта. За словами дослідників, цей штам може створити конкуренцію предковому варіанту Дельта. Вони не виключили, що цей різновид може виявитись найбільш заразним з виявлених з початку пандемії. За припущенням вчених, особливості мутації штампу Дельта скоріше збільшать ризик зараження, ніж вплинуть на важкі симптоми в коронавірусу. Отмечу, что помимо Одесской области новый подтип Дельты обнаружили еще во Львовской, Тернопольской, Ровненской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Херсонской областях.